В управлении обслуживания Звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы находится 10 многоквартирных жилых домов Звенигорода. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков обсудил с коллективом предприятий итоги работы за первое полугодие и планы по дальнейшей модернизации и развитию. Ежегодно в Одинцовском округе ведется большая работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, в 2022 году завершилась реконструкция очистных сооружений в Горках Десятых. Были построены напорный коллектор и КНС в Успенском. Сети канализации в Раздорах, установлена станция очистки сточных вод в Веденском.